Спасибо. Кто там что-то этот нажимает эти шарики, кто-то отправил. Спасибо большое. Вам меня нормально слышно? А то могу наушники одеть. У меня все хорошо, сегодня весь день спал. Ну вот, прилетели мы, по-моему, в 10 утра. Пока на такси доехали до дома, было уже ближе к 12. В общем, пока пообедал туда-сюда, это, и, в общем, уснул. Вот, проснулся, по-моему, в 4 или в 5. Ну и вот так. Теперь пока спать не хочу, думаю, с вами поболтаем. Бишкек, привет. Да? Один раз выходит? О-о-о! Классно! Рилсы, спасибо. Казань, привет-привет. До Казани что-то я не могу пока добраться. Пока не получается. Всегда хотел побывать в Казани. Почему? Потому что мне кажется, это, ну, очень красивый город. Я даже смотрел обзоры как-то. И, ну, вот прям очень интересно. Две реки, потом выпечка ваша. Вот, очень вкусно там готовят. Италия, привет. Молдова. Шим, только сегодня прилетел от вас. А, сердце можно, вот так можно показать? Или вот так? Вот так. Что-то фиговое у меня сердце получается. Вот. Москва, привет. Карачаево, Черкесия, Бишкек, салам алейкум. Кыргызстан. Если парень не говорит на вопрос, то я для любимой, а больше никак не проверяет чувства. Что это? Монгун Таги, привет. В общем, Астана. Астана, скоро буду, в понедельник уже в Астане. Оша, Семей, Салем всем. Беларусь, Берлин, Стамбул. Очень приятно, что вы все здесь. В Алмате я сейчас нахожусь. Еще завтра, послезавтра буду принимать индивидуальные. Потом улечу в Астану. Пишите в директ. Завтра с утра, наверное, ну, буду разгребать почту или в течение дня. Вот. Муж всю жизнь изменял, сейчас на диализе, почки отказали. Правильно будет с ним развестись? Честно, я не знаю. Южная Корея, привет. Икибас, Мадагаскар, Измир. Измену нужно, Талдыкурган, салам алейкум. Измену нужно приходить на сессию, либо прописывать письма прощения. Это нужно из себя, в общем, вытаскивать. Это достаточно длительный процесс и такой, ну, относительно болезненный. Вот, поэтому это нужно прям работать. Астана, вы не думайте, что там вот, ну, от боли и измен там легко избавиться. Нелегко избавиться. Смысл жизни не знаю, как находить, потому что нужно понять, сколько вам лет, какие стрессы были и какие причины. То есть чаще всего не знаю, как быть, и там не вижу смысла, это после жесткого какого-то стресса. Благодаря вас у меня нормализовалось давление. Спасибо. Аутоиммунные заболевания, любые, они начинаются тогда, когда человек себя ненавидит. Это внутренняя ненависть к себе, человек начинает себя, в общем, туда долбить. Как сказать, не чтобы не клячило у мужа деньги, когда нам самим не хватает. Если прямо скажу, что перестремся. Перестретесь, конечно, дочь 2 годика, митохондрия. Кому лучше пойти на лечение? Честно, я не знаю даже диагноза такого. Кому лучше пойти на лечение, папе, не знаю я.
То есть вообще, по идее, нужно полностью вашу жизнь гармонизировать. Невозможно кого-то отправить одного. Нужно прям, ну, смотреть полностью, как вы живете. Акне – это чаще всего скрытие сексуальности, да? То есть это тогда, когда, ну, чаще, очень часто совпадает с этим, что когда были домогательства, и потом у девочки потом эти прыщи лезут, чтобы ее не домогались, не хотели. И она ходит мучиться, да? Но это когда акне у здорового, ну, уже у взрослого. Не подростковые прыщи, а когда оно такое. В Америке буду на следующий год. Обязательно приеду. Вот. Тони, хочешь, разбор сделаем или что, вы так и будете сидеть? Давайте. А то вот так в одностороннем порядке получится, опять я сам с собой разговариваю. Давайте кого-нибудь разберем. Кто хочет публичную казнь? Давай. Добрый вечер. Добрый, включайте свет. Свет включаю. Ага. Меня зовут Мадина. Город Мадина, привет. Алматы. В общем, это видео сохранится, оно может быть в рекламе, потом не звоните. Хорошо, пусть будет. Хорошо. Рассказывай, чем пришла. Было в детстве много домогательств. Мне кажется, я это не... Ой, вот уже начинаю стопориться. Да. Ты готова об этом говорить так в открытую, да? По-моему, уже пришло время. Давай. Вдох. Выдыхай. Выпускай, выпускай, прям лезет уже. Сразу. Ага. И вот так часто у меня выпускай, выпускай. Сбивается. Дыхание сбивается. Давай, давай, давай. Плачь. Выдыхай, дорогая. Ставь телефон и иди блюй. Нет, нет, это просто кашель. Это я простыла еще. Вот так вот у меня когда стрессовая ситуация. Я начинаю... Давай, давай, пошла. Пошла, пошла, пошла. Разговаривать и дышать. Мне кажется, пришло время об этом. Выплакивай. Букван, вытягивай. Сколько лет тебе было, когда это случилось первый раз? 12. 12, ага. Потом все время какие-то мужики приклеиваются. Конечно. Потому что ты боишься. Выдыхай, выдыхай. Постоянно и... Ну, это прям какая-то система. Выдох. Убираем программу, выдыхай. Еще Мадина. Давай. Вот теперь из груди боль выпускай, там душа болит. Выдох. Ну и теперь все как будто... Я не воспринимаю флирт нормально. Я воспринимаю то, что они всем что-то от меня надо, хотя я же понимаю, что может быть и просто.
Начинает Давай, 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 давай. Проговаривай. Если хочешь это проговорить, проговори. да. Выдох. Выдох. Не запихивай обратно. Я так стал на часто на стрессах, я вот так дышу, у меня сбивается Давай, давай, давай. Выпускай, выпускай, выпускай. Плачь, я тебе говорю, не держи. дыхание. Не плачь, не плачь. Выпускала. Холодно, да? Да, страх смерти. Давай, вытаскивай. Кто умер? Я тебе не разрешала так плакать, когда он умер. Или я это все не выплакала так. Сколько времени прошло? Много стира. 2007 года. Все равно болит. Выплакивай. Не сдерживай, Мадина, выплакивай, тебе говорю. Я вечно контролю, видите, всегда пытаюсь контролировать. Ага, выдыхай, выпускай. У тебя истерика, которую ты подавляешь, и поистерить чуть лучше. Мужа как звали? Аслан. Аслыхан, дыши глубже пока. Потом напомни, если попрощаешься. Он разбился или что случилось? Он Ага, куда ехал? по работе в другой город. Угу. Выплакивай. Как будто я себя считаю виноватым. Хотя я знаю, что это не так. Не дави, выпускай. Да, давно я так не видела. Выдыхай.
Это процентов 30 от того, что есть, если не 20. Выпускай, давай. Давай, давай, давай. Плохо смотреть, потому что эта боль у каждой второй у нас в Казахстане. Если не, ну, как бы, ну, не второй, у каждой четвертой точно. Вдох. Выдыхай. И в руки себя не возьмешь. Она, думаете, тебя в руках не держит? Выпускай. Мадина, ты меня будешь слушать или еще в своем посидишь? Иди в туалет, два пальца в рот вырви, иди. Мне нечего рвать. Иди, я тебе говорю. Пробу. Хорошо. Ой, ёпта. Отключиться мне? Нет, оставь телефон, иди блевани и вернись потом. При любой ситуации вдох через нос, выдох через рот. Сейчас вернется, легче будет. Сильно. Там у нее сейчас шматки должны выходить, эти пена должна выйти. Спазм в горле, иди блюнь. Блюй тоже. Два пальца в рот и... Да. Полегче стало? Да. Еще есть в горле. Ну, давай подыши чуть, посмотрим. Еще. Комментарий у вас веселый. Что вы делаете с людьми? Она сама такая пришла, это не я. Да, я такая пришла. Хотела попасть, и видите, попала. Давай вдох глубокий. Выдох. Полегче, да, стало? Да. Угу. Ну-ка, давай с мужем разберемся сначала. Я так понял, проститься не успела ты, да? Еще раз, его нет, зовут Аслухан. Да, успела проститься, но... С живым? Нет. Он уехал, да, в дороге, в смысле, в этом, да, плане, да, не успел. В дороге не вернулся бы там. Закрывай глаза. Аслухан, да? Аслухан. Когда почувствуешь, поговори с ним.
Говори, я люблю тебя. Я люблю тебя. Я благодарен тебе. Я благодарна тебе. Я благодарю тебя. Я благодарю тебя. Мне тебя не хватает. Мне тебя не хватает. Я очень сильно тебя люблю. Я очень сильно тебя люблю. Но я должна жить. Но я должна жить. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я отпускаю тебя. Отпускай. Глубокий вдох. Я отпускаю тебя. Я отпускаю. Еще вдох. И выдох. Как дела? Дышать стало ровно. Чуть-чуть это качает. Нормально. Посиди чуть-чуть. Подыши. Сейчас еще никакие. Непонятно. Что плохо тебе? Что происходит? Немножко как будто яснее, что ли, в глазах стало. Хорошо. Еще с чем бы хотела поработать сегодня? Вот основное вот это две мои, Дима, проблемы, которые вылезли сегодня. Ты куда хочешь пойти сейчас? Или уже остановимся сегодня? Остановимся. Остановимся. Ну, хорошо. Смотри, сейчас что будет происходить с тобой? То есть у тебя будет ощущение, ну, вот, как будто это случилось сегодня, его уход. И, может быть, еще там 2-3 месяца в трауре походишь, отпустит потом. Еще будет болеть, я про это. Потом отпустит, совсем отпустишь, хорошо? Благодарю. Все, тогда спокойной ночи, давай. Иди отдыхай, душ прими, спать ложись. Спасибо. Давай. Оксана, письма прощения пиши. Кто следующий? Кто хочет? Наргиз, да, по-моему? Нурзия. Нурзия. Да. Рассказывайте, с чем пришли? Так неожиданно, но вот я сейчас девушку услышала, я давно хотела к вам попасть. Я сейчас начала заниматься, развиваться, и я как-то не могу свой финансовый поток поднять или как-то зарабатывать много, у меня страх какой-то, проявление. Ну, сейчас девушку послушала, что я вот тоже с мужем не попрощалась, и я всегда хотела выйти замуж, но
никогда не получалось. Слушай, у И тебя когда меня... Да, и, ну, первая попытка, когда меня позвали замуж, перед свадьбой один, он сошел с ума, в психушке оказался. Потом я была в трауре, в стрессе, депрессии. И когда я уже успокоилась, меня позвали замуж. Я была такая радостная. И вот 3 года мы с ним прожили, и в день нашей свадьбы он повесился. И получается, что замуж почему-то я, наверное, боюсь выходить. Подожди, еще раз хронологию объясни, что зачем было. Ты как-то сумбурно рассказал, я ничего не понял, если А, честно. Я понял, ну я, что муж какой-то умер, а еще да, что до этого ты рассказывала? я до этого рассказывала, что я всегда хотела выйти замуж, Потом. но почему-то у меня, наверное, есть какой-то страх У тебя был страх. Потом тебя позвали. перед самой свадьбой с моими мужчинами что-нибудь да происходит. Подожди, остановись. Что произошло сначала, расскажи. Что сначала случилось с твоим мужчиной? Первый мужчина мой уж сошел с ума. Окей. Это тебе сколько лет было? Мне было тогда 35. Ага, второй? Второй год назад повесился в день нашей свадьбы. Ну ты не пожить успела. Да? А тут так говоришь, как будто ты замуж вышла, и он повесился сразу. Нет. Хорошо, понял. Тебе самой сейчас сколько лет? Мне 42. 43 будет скоро. 42. Окей. Ты где так научилась мужиков выбирать, скажи? Они сами меня находят, или я их подсознательно Дорогая, смотри. притягиваю. Это, конечно, очень печально, мы туда сейчас все заглянем, но ты мне объясни, на какую психушу ты собираешь психов вокруг. Что у тебя в Наверное. голове такого случается, что ты притягиваешь таких мужиков? Не знаю. Ты как росла? Ну-ка, подожди. Как росла? Что было в детстве? Рассказывай. Папа, мама, что было? Ну, папа с мамой всегда ругались, папа всегда пил, мама никогда за нами не смотрела, мне было очень обидно, и до сих пор я на нее обижаюсь, что она как-то холодно относилась к нам. Папа смотрел за нами всегда, воспитывал, но всегда пил, потом умер. Сколько тебе лет было, папа, когда не стало? 36. 36. Вдох сделай глубокий. Выдох. Давай еще. Еще давай, да. О, давай, 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 выпускай. В голос ревем, давай, давай. Молодец. А, давай слегка. Боль свою. Сейчас что в теле? Что чувствуешь? Здесь я солнцесплетение такое, как будто давит. Где желудок, да? Или где ребра? Где вот А, здесь. грудь. Ага, все понял. Положи туда руку.
Закрывай глаза. Вдох через нос, выдох через рот и прям дыши глубоко. А мы тебе туда сейчас любви дадим. Душа болит у тебя. А болит, потому что любви не хватает. Да, вот так, молодец. Вот так. Выплакивай, выплакивай. Потихоньку, молодец. Все получается. Выпускай боль. Из души боль выпускай. Любовь принимай от нас. Мы тебе ударим. Давай, я даю тебе свою любовь, а ты принимай. Я принимаю любовь. Ага. Я принимаю любовь. Выдох. Как дела? Прям хорошо стало. Я Прям чувствую, легко. да. Класс. Легко стало. Такая голова как будто пустая стала, что ли, Дима, прям немножко. Такая вообще как будто что-то у меня все опустошилось в голове. А что Я такое? очень рад. Головокружение чуть-чуть есть. По-моему, кажется, все, дорогая, на сегодня, Да, да? спасибо, спасибо Давай. большое. Спасибо большое. Давай. Угу. Удачи Да, тебе. спасибо. А как открыть? Ну, просто выйди или там не закрой, не закрой. Гайморит, я, если честно, не знаю это, психосоматику, но точно я понимаю, что нужно нырять в глубину, и тогда весь гной отсюда выходит. Немножко больно, ну, короче, выходит. Поэтому вместо того, чтобы психосоматикой заниматься, лучше поныряйте. То есть или поделайте какие-то эти кукушки. Здравствуйте. Здрасте. Вы из какого города, как вас зовут? Город Казань. Лисанс. Аллилуйя, Лисан. Лисан знает имя вся страна, мне кажется, да, из-за Павла Воли. Может быть, да. Лисан, чем пришла? А, чем пришла? Я начала смотреть то, что вот я где-то была, и мне сказали, вспомни что-то очень хорошее, а я вспомнить не могу. Мне кажется, что я всегда не доделала, я не молодец, я все время не, ну как бы, у меня сейчас работы тоже, я не знаю, куда идти, нет определенности, нет вкуса какого-то счастья, Тебе сколько лет? мне 36. 36, замужем, не замужем, сколько детей? Замужем, у меня двойняшки, двое детей, им 7 Сколько лет. лет им? Семь. 7 лет. Двойняшкам 7 лет. Откуда у мамы счастье, скажи?
Дом вверх тормашкой весь, да? Ну да. Мне говорят, как ты это все выдерживаешь. Ну, как бы, я их люблю. Просто я уже иногда не слышу. Это слава богу, сиськи две, да? Ну. Да-да-да, кормил я их. Да, год и восемь. А? Нет, это было и до, то есть до рождения детей тоже. Мне всегда казалось, что они не виноваты. Достойно, они не виноваты. С родителями что скажи? Родители хорошие, родители, хорошо общаемся. Ну, они самые лучшие, я даже не знаю, как показать. Хорошо. Те, такие, какие они должны быть. Классно. Вот. Глубокий вдох сделай и выдыхай. У меня есть, конечно, что, скорее всего, я думала, я каждый раз думаю, что я это проработала, но, скорее всего, раз я это вспоминаю, да, наверное, нет. Было как бы не совсем насилие, но в 9 лет я очень сильно испугалась. А, хорошо. Меня-то... Это кто-то близкий был или кто? Нет, или... нет, я его до сих пор, я лицо этого человека до сих пор не помню. Не могу никак вспомнить, наверное, это все-таки страх. Меня тащили, меня душили. А, ты убежала, да? Но я не совсем, как бы, ну, насилие, прям именно насилие такого не было, но этот педофил как рядом стоял и дрочил. А-а-а. Понятно. Ну, ты замуж вышла-то этот, молодец. После такого. Ну, да. Понятно, хорошо. Ну-ка, давай, подожди. Что после этого? Я была очень активной ребенком, очень такая активная, ну, как сказать, задира, что ли, как бы. Всегда я первое что-то всегда делала, и хорошее, и плохое, очень громкое. Ну, и я после этого всего, я очень, ну, я закрылась. Как бы я стала всех, мне, ну, я всех пугалась. В лифт я заходить, я не знаю, стала лет без испуга заходить, наверное, 3 года тому назад только. То есть, если кто-то за мной заходит, у меня прям такой мандраж. Я всегда смотрю на руки. То есть, это, скорее всего, меня-то не отпускает. Лиза, ну-ка давай, подыши, давай. Вдох глубокий, выдох, ага, вот так. Посмотрим, что там нароешь сейчас. Казаньёк, блядь, если ты говоришь. Это там кто? Эй, ребенка убирай. Я рам и пока меня на Эйкене. Сейчас закрыла дверь. Угу. Давай дышим. Агрессия у тебя подавлена немерено просто. Бля, какая-то злая коса. Вдох. Скулы сводят. Чувствуешь, да? Угу. Давай, дыши. Вот почувствуешь, подожди. Глазки закрой еще, давай. Еще дышим. Ага. Самый тот момент приезжает муж. А сейчас муж зашел? Домофон. А ну все, иди там, тогда что, остановишься или что? Он сейчас охуенно. Это как? Все, ладно, иди. Понял. Идите, скажите, пожалуйста, откройте дверь парни, скажите, чтобы встать не могу. Вот мешают, не получается. Давай еще. О, давай, выпускай.
Беги. Иди на унитаз, вырви. Иди, иди, иди. Поставь телефон, иди. Ага. Легче? Ну, отпускает. Ага, давай, подышу чуть. У меня все съеживает просто. Да-да-да, давай. Выпускай, выпускай страх свой. Ага, молодец. Как дела? Хорошо. Знаете, я что-то вот удивляюсь, потому что в последнее время что-то какие-то быстрые процессы стали происходить. Раньше людей надо было кричать, материть, сейчас само все вываливается. Ну, может, просто я вот пару эфиров у вас была и тоже вместе дышала, и тоже наверное. Что-то происходило, и как бы не просто так все это было, ну, как бы не просто я стояла. Потому что вот такие процессы обычно проходят очень долго. Ну, в смысле, дольше сильно. Ну, подыши чуть. Потому что предыдущая девушка тоже очень быстрая. И с тобой как-то... У меня голова ясная стала. Я благодарен там кому-то, я не знаю. Но, в общем, этот, что так быстро... Мне стало очень сильно легче работать. Спасибо вам большое, что приняли. Я вообще в шоке была, когда увидела. Я благодарен. Благодарю вас. Ой, я напишу потом, тогда и как все. В комментариях да. Потом напиши отзыв там или да, может. Да. Ага. Да, все, спасибо все, большое. Все, давай, дорогая, иди мужиками. Все, да, все, ага. Спасибо. Давай. Как выключиться? А просто закрой эфир. Доброй ночи всем, друзья, еще раз. Я все думал, как делать отборы вот эти, да, кого брать, никого не брать. Вообще, еще будет скоро шоу будет делать, реалити-шоу будем делать, но вы станете публичными, да, то есть там будет тоже, будем брать студию, короче, снимать, потом будем отзывы брать, то есть это в ТикТоке появитесь везде. Я попозже еще выставлю анкету, которую надо будет заполнить. И будем, в общем, заполнять. Угу. В одном вашем эфире, в смысле, вы со мной были или вы просто наблюдали в эфире? Вообще, когда вот так сходит, это ну, влияние извне, это блоки очень сильные, их нужно снимать. Онлайн, конечно, понимаю. Что-то я там... А, ну...
Чика, ты, короче, не можешь присоединиться, поэтому извините. Какая у вас красивая улыбка. Спасибо. Вот, поэтому на самом деле все, кто смотрит, мы вместе, ну, вы вместе прорабатываете с героями, и очень часто Лейл, у вас, по-моему, этот интернет очень плохой, и кажется, не получится с вами. Вот. Лейла, у вас интернет не тянет? При наблюдении, если у вас это, здесь все вы участвуете. И это энергетика, как это работает. Вы так не поймете. Поэтому бывает, но эта чистка произошла, я вас поздравляю, единственное, не пугайтесь, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алена, я из города Иркутска, мне 40 лет. Вы можете тогда камеру протереть? Вас вообще плохо видно? Да, сейчас протеру минуточку. Сейчас. Плохо видно, дети. Кто-то, видимо, сейчас на телефон пел, ага. Ребятишки. Рассказывай, где пришла? Я к вам пришла, вот. Как бы всю жизнь вот с мамой ругаемся, и как бы мама и к бабушкам даже ходила, говорят, что вот мама прокляла, вот, никакого женского счастья, короче, нет. А ты с мамой живешь? Нет, не живу уже. Я с ней не жила. Меня тетя вырастила. А зачем? Вот дома забрала. Ну, чего? Потому что когда вот заходит вопрос, например, о чем-то там разговариваем, мама лукавит, я всегда правду говорю. И за правду меня не любит. А какую ты правду говоришь? Ну, например, там, она там была, говорит, не была. Я говорю, там была. Понимаете? А зачем ты прокляла? Ну, я не хочу. Я хочу правду. Я не хочу вранья, не люблю. И детей своих их воспитываю, учу, чтобы вранья тоже в семье не было. Ну, важно же, чтобы человек не врал, а не то, чтобы людей выправлять. Ну, как-то, ну, не нравилось мне это, что моя мама вот такая. Не нравилось. И вот продлила она меня, понимаете, даже не, ну, не только я это, мне все это говорят. Но я верю, я чувствую, что у меня денег. Деньги вообще, считаю, сквозь пальцы идут, понимаете? Ты кем работаешь? Мы работаем, но не только я работаю с сыном. Мы работаем в магазине. Угу. У вас семейный бизнес, это ваш магазин или что? Да. Угу. Сейчас что бы ты хотела сделать? Что прорабатываем? Чтобы, мамы, ну, нет, я хотела бы, чтобы хотя бы кусочек женского счастья поиметь. Понимаете, что вот одна, мне 41 год, я уже 5 лет одна живу. Как бы встречаются и тут же уходят, понимаете? Ну, счастья нет.
Как бы проклятый человек, он... Ну-ка, давай, он... давай, закрой глазки, вдох через нос, выдох через рот. Ну-ка, давай, подыши чуть. И выдох. А то не пойму, еще вдох. А тебе какое-то напряжение такое идет непонятное? Еще. То ли агрессия, то ли злость, не пойму. Еще. Глубже вдох. Давай. Ага. Вот так, молодец. А. Дыши. Глаза закрой. Давай. Выдох. Еще глубокий вдох. И выдох. Я не... Ты пока кивай или этот, но дыши, глаза не открывай. Тебя, ты воспитывалась в детском доме, тетя тебя забрала к себе, воспитала. Так? Или как было? Она меня с роддома забрала. Тетя сразу забрала. А ты маме с самого начала не нужна была. Угу. Вдох. Но при этом ты с мамой как-то общаешься каким-то образом. Угу. Для чего? Ну, я... Как бы все равно мне говорили, что она моя мама, что а тетя я что? Жила некоторое... Да, я жила тетя некоторое обижает? Время. Нет. Нет, нет. Давай вдох. Ага. Давай еще. Еще глубже вдох. Вот так. Еще отдыхай. В теле ощущения какие? Что чувствуешь? Вроде как бы голова как пустая, кружится. Угу. Смотри, у тебя немножко у тебя не немножко, у тебя конкретный перекос, ты в мужских энергиях вся живешь, и никто не будет так. Дело не в том, что тебя кто-то проклял. Тебе нужно поменять полярность в голове и в энергетике. У тебя энергия, она больше мужская, чем женская. Потому что я одна все делаю. Я понимаю. Поэтому и дальше будешь одна делать, пока энергии не поменяешь. А как ее поменять? Очень хороший вопрос. Во-первых,
Ты себе запиши, возьми листок бумаги, ладно? Я тебе рекомендации накидаю, чтобы потом ты сама могла, ну вот, найти. Запишешь? Сейчас не могу. Запоминай тогда. Или потом в записи посмотришь заново. Хорошо. Губка Райха. Это упражнение найдешь в Ютубе. Это для всех женщин, у кого день рождения чаще, чем секс, это замена секса. То есть 5-10 минут каждое утро ты это упражнение делаешь. Пока так. Письма прощения найдешь на Ютубе также. Забьешь письма прощения Игорьки. Письма прощения пропишешь. Поняла? Там маме, папе, всем-всем-всем начнешь писать. Это, наверное, так... и аффирмации женские тоже у меня на канале найдешь. Женские аффирмации Игорьки зайдешь, выйдет. Поняла? И, короче, у тебя такой алгоритм. Ты просыпаешься, губку Райха делаешь с утра, а аффирмации слушаешь там 3-4 раза в день. По 15 минут, не так много это. Вечером ты приходишь, садишься писать письма прощения. И так ты живешь дней, наверное, 40. Поняла? Понял. Вот. Через 40 дней, когда сделаешь, ты можешь написать мне, давай еще потом отзыв напиши или что-то. Ты поймешь, что поменялось. Поняла? Потому что в тех энергиях, в которых ты сейчас, тебе не надо проклинать, ты никого не найдешь. Потому что Хорошо. никому не нужно, никакому мужику не нужен мужик. Если и попадется, то какой-нибудь маменькин сыночек будет рядом. То есть нормального не получится рядом. Ну, скорее всего. Поэтому свой мозг меняй потихоньку. Хорошо. Свое отношение меняй. Хорошо. Хорошо? Хорошо, спасибо. Хорошо, спасибо, спасибо. Пожалуйста. Угу. Так, а как вас? Ты можешь просто на крестик нажми и выпадешь из эфира. Видишь Есть. крестик вверху? Это внушение, это бред. Выйдите из эфира просто. Чего вы смотрите тогда этот бред? Если не веришь, не верь. Тебе же никто не будет доказывать. Уже прошли те времена. В Алмате на индивидуалку можно попасть. Хочу, говорит, познакомиться, и поэтому думаю, дай чечетку на яйцах его, да, станцую. В Астану планирую. Шымкент я только приехал сегодня от вас. А в Дубай, наверное, чутка попозже. Но я надеюсь, что где-нибудь, как его, сентябрь-октябрь. Так приятно вас видеть. Слышь, спасибо. Спасибо. Loveless. О, не понял. Я привет, привет. Это кто? Выходите или заходите. Не могу выйти. На крестик нажми на экране. Кто-то случайно залетел в эфир, очень прикольно. Чика в крайний раз, там в настройках что-то. Если ты ничего не поменял, опять вылетишь. Я заметил.
Та-ра-та-ра-пара-пара. Очень красиво, спасибо большое. Москву пока не планирую. Панические атаки у ребенка, конечно. Тут кто-то не может подключиться, я не знаю, давайте, ну-ка. Вот так. Чика, ты не можешь. Опять вылетело. В Германию уже третий или пятый раз зовут. Добрый день. Добрый. Вас зовут как и вы откуда? Мария. Я Мария. из Смоленской области. Откуда? Смоленская область. Смоленск, ага. Да. Рассказывай, чем пришла Да. Мария? Довольно сложная проблема. Я всю жизнь страдаю от программ самоубивания, скажем так. То есть у меня был суицид в школе. Вот. Потом у меня была анорексия, потом она переросла в булимию, а после этого закончилась алкогольной зависимостью. Вот. И я пыталась этим вопросом, я пыталась это изучать сама. То есть я, ну, изначально я в школе меня еще всегда психология увлекала. Сейчас я стала заниматься расстановками. Вот, то есть я пытаюсь понять, откуда это, потому что, видимо, это все-таки не моя программа, да? Тем не менее, она во мне живет, значит, есть какая-то болевая точка, да, которая меня удерживает на этой программе. Вот. Да, что на расстановках нарыло, скажи? Могу выйти, потому что мне по факту, допустим, вот выпивая алкоголь, пусть это даже там небольшая доза, у меня нету желания напиться прям, да, вдребезги. Но мне есть желание просто уйти из моего обычного состояния и быть в состоянии вот, ну, такого вот Изменено. легком, похмельном, да. То есть это не обязательно, что я там, у меня нет такого, что я ухожу в запой, что я где-то там валяюсь. Такого у меня, ну, никогда не было. И я всегда, в принципе, контролирующий человек. То есть я довольно-таки ответственна, у меня есть ребенок. Там я строю свою жизнь, да, то есть я изучаю психологию, я очень много учусь, но вот эта проблема, она все равно есть, то есть меня все равно в нее возвращает. Так, подожди, остановите сейчас. Что нарыло на расстановках? Я так понимаю. Ну, нарыла, что у меня у папы по роду идет, то есть эта зависимость, она идет из-за того, что есть в роду подавляющая мама. То есть у всех, получается, по факту, большинство в роду это мужчины, употребляющие алкоголь, и там всегда есть мама, которая дрюкает, ну, скажем так, то есть мама, которая недовольна ребенком. И я вроде как в своей маме это искала, да, но по факту она тот человек, который меня всю жизнь поддерживала и всегда меня любила. То есть я вроде не могу вне этого найти. Хотя у меня есть такой момент, что мама не принимает других людей такими, какие они есть. То есть, допустим, моя мама другого человека принимает с его трудностями и проблемами, а меня осуждает всегда. Вот этот момент есть. То есть я понимаю, что, может быть, это тут вроде как бы и в роду по папе идет, да, и вроде как бы это и по маме есть, потому что мама не принимает. И когда я от мамы сепарировалась, я проходила сепарацию, у меня был тот момент, что я принимала, что мама меня не принимает. То есть это такой очень сложный момент, ну, для ребенка это пережить довольно-таки сложно, чтобы отпустить маму и не требовать ее любви, да? Но не принимает она тебя, ну, вот, ну, как данность, живи. И по факту сейчас у меня мама, она даже вот, ну, она более стала ко мне сближаться. То есть вот этот момент мы с ней вот этот трудный пережили, когда я маму отпустила, говорю, ну, не принимаешь, не принимай. Вот, то есть, ну, как бы я не могу ее судить никаким образом. Вот. И я смотрю, что сейчас и маму отпускает, да, то есть и у меня сейчас с папой вроде как все хорошо, то есть папа помогает, мама помогает. Хотя у меня такой момент был в жизни, что я начала очень рано сама работать, и я, ну, фактически, я была для мамы сильным человеком, который маме очень много, во многом помогала. То есть, может быть, даже где-то мама не относилась ко мне как к слабому ребенку, да, а она за счет меня, то есть я сначала была для нее подружкой, потом я стала для нее где-то мужчиной, когда папа ушел. Вот. А сейчас, когда я вот это вот все отпустила, и я им сказала, я маленькая,
Я маленькая, вы большие, я маленькая, я больше не хочу сопротивляться. Да, ну то есть по факту получается, я приняла родителей как очень большими, да, я стараюсь быть маленькой для них, то есть я стараюсь от них только принимать, но проблема все равно это осталась. То есть она где-то внутри в голове осталась. Тебе сколько лет? Мне 37. Взрослеть когда будем, скажи? Ну, мне кажется, я повзрослела. Вдох глубокий сделай. Выдыхай. Еще глубже. Потому что то, что сейчас ты рассказывала, то, что я слышу, ну, это не сильно взрослость. Это не зрелость. Еще глубже. Вдох. И выдох. Еще. Есть такой страх в глазах, немножко глаза дергаются. Да, дыши. Немножко головокружение появилось. Хорошо. Давай еще. Страх вылез, что меня не любят. Угу. Немножко напряжение в голове, такая вот она немножко, как будто нагруженная, такая, как будто я боюсь отпустить. Я прям какое-то напряжение в себе сильное держу. Угу. Давай. Вдох и выдыхай. Больше ничего не чувствую. Вдох. Ну, то есть, вот... Чего? Смотрите, кого я встретил. Это самый накачанный. Ну, в тепь ничего больше не чувствую. То есть, вот просто подыши молча, ладно? Свои чекапы не делай. Просто дыши. Глубже просто. Праздник закончился.
мысль пришла, что я сама себе не разрешаю жить. Аллилуйя, открывай глаза. Давай, открывай глаза, смотри. Еще тебя это будет, конечно, очень. Ты, у тебя нету взрослости, дорогая. Ты пытаешься переложить ответственность на кого-то из-за этого. Смотри, обычно, ну, скорее всего, ты это уже слышала, но, может, не услышала, но, в общем, это начинается, знаешь, когда ты начинаешь манипулировать в детстве, там, поплакала, тебе раз там тортик принесли, да, немножко потопала, тебе еще какую-нибудь, тебя избаловали в детстве, скорее всего, в хламину просто. Да нет, на самом деле, меня не избаловали. А что было? Там была травма, когда папа, то есть он зарабатывал довольно большие деньги, и ему хотелось эти деньги спускать не на семью, не нести ответственность за семью, а он ругался с мамой специально, да, и эти деньги спускал. Но ему было стыдно, что про него скажут, что он плохой папа. И он мне тогда начинал, ну, приезжал, допустим, дарил дорогой подарок, и у меня даже список был этих дорогих подарков, то есть для меня это, наоборот, была травма. Дорогая, чтобы так вся страна травмированная была, знаешь? Ну как, ну папа же, он приедет. Дорогая, ты меня, блин, нет, сейчас помолчи сейчас. У меня не было вот этой заботы. Это называется избалованная девочка. Ты можешь как угодно сейчас себе это все отгораживать, ванилью посыпать это все, да? Это называется избалованная девочка, дорогая. Когда тебе материальными подарками закидывают, это баловать называется. А тем более, когда незаслуженно закидывать, это еще хуже. И ты привыкла, и тебе уже 37 лет, и ты до сих пор этого ждешь. Понимаешь? У меня был такой момент, когда я в институте, я сама стала обеспечивать свою жизнь, чтобы папа меня не упрекал этими деньгами. То есть он. Ну, сейчас, подожди, я же на тебя не нападаю. Да, тебе не нужно оправдываться, да? Да. И я тебе сейчас просто говорю то, что я как будто вижу. Угу. Это, возможно, просто мои иллюзии. Я могу быть неправ. Просто, пожалуйста, услышь. Да. Ладно? Зайдет. Нет, выбрось, да. Потом поймешь когда-нибудь, может быть. А может быть и правда я не прав. Это сильно твоя избалованность. Это из детства избаловали. Потом ты начинаешь ножками топать, и уже никто не бежит. И тебе надо себя ухайдокать, чтобы тебя пожалели. Вместо того, чтобы пройти определенный путь самостоятельно, ты начинаешь болеть или там не есть, или еще какую-нибудь херню себе придумывать, для того, чтобы вернулись и тебя пожалели. Понимаешь? То есть мне не хватает вот этого папиного внимания. Даже... Ты что, вот ты доебалась до этого папы? А тебе от всех не хватает. Понимаешь? Но из-за того, что ты очень умная, у тебя мозг передавливает эмоции в какой-то момент, и ты хочешь рационально это вытащить. Рациональная тема – это только то, что ты какие-то вещи хочешь получить от людей бесплатно, как от папы. Но мы тебе не папа. И мир не папа. Понимаешь? То есть и от того, что ты ножкой топнула, и всем похуй. Поняла? Но в 37 лет ждать обратной связи от человека, от отца, ему уже там сколько, не знаю, 60 уже, наверное, да? Да. Ждать, что он тебе что-то принесет, может, он уже не может принести. Даже если он хотел бы. И ты должна взять ответственность на себя за свою жизнь и уже не ждать ни от папы, ни от кого, и идти собственной дорогой своей. Услышала меня? Да. Что мне с этим делать? Мне стараться больше любви отдавать другим людям? Надо стараться, если ты что-то хочешь там сделать, встать и пойти сама взять. Пока начни с этого. Не надо, знаешь как, у тебя как будто это вот у людей включается такая программа. Я просто хочу перебить, я просто, то есть у меня есть мое жилье, у меня есть хорошая машина. Круто. То есть я довольно-таки много в жизни добивалась сама. И это было только для того, чтобы папа меня подарками не упрекал, потому что был такой момент, он сначала дарил, а потом говорил, да ты без меня никто. И я со второго курса института стала, ну, довольно-таки много зарабатывать сама, только для того, чтобы вот это, я сама. Да, чтобы не чувствовать вот этого вот напряжения, которое мне могут прийти и сказать, это я тебе дал. Дорогая, смотри, это чуть-чуть в другую сторону. Я, наоборот, не умею получать от других. То есть я всегда стараюсь за это заплатить, потому что я боюсь, что будет упрек. Остановись, пожалуйста, я тебя услышал. Но ты меня услышишь, ты же хотела понять, откуда у тебя булимия. Да. Откуда ты там вешаешься. Это тогда, когда отчаяние, и ты хочешь, чтобы кто-то за тебя что-то решил. Услышь, пожалуйста.
просто. Я же тебе не говорю, что ты ничего не можешь. Просто я тебе говорю, в моменты отчаяния или тогда, когда тебе охота, ну вот, чтобы тебе кто-то помог, ты можешь подойти и просто попросить, не нужно вешаться. Услышала ты меня? Не нужно себя изводить до изнеможения, чтобы тебя пожалели или помогли. Вот это услышать. Да, я понимаю, я понимаю, ты там 37 лет, ты по-любому что-то достигла. Ну, то есть, нету людей в 37 лет, чтобы они что-то не умели. Но вот эти ошибки в голове, они будут тебе вот как флешбеки прилетать постоянно и вкручивать твои триггеры тебе, понимаешь? И ты будешь это делать и не понимать, что произошло. Потому что взрослому человеку объяснять вот то, что я тебе говорю, что ты там от кого-то что-то ждешь, да, при этом ты самостоятельно живешь, это бред на самом деле. Правильно? Но если у тебя флешбеки такие отыгрывают, и ты начинаешь не есть, или ты начинаешь вешаться, это значит то, что в детстве ты где-то у тебя вот эта ошибка сложилась. А причина твоего суицида, вот, ну, желания, это что было тогда? Первый раз, когда? Я честно не помню, это было в школе. Ну ладно. Не помню. Просто я сколько не пыталась вспомнить. У тебя аллергии нет случайно? Нет. У меня вообще довольно-таки здоровое тело. То есть я очень много лет не болею и даже лекарства никакие не пью. Молодец. Ты крутая, ты молодец. Единственное, ты вот эту ошибку в голове поняла, да? Да. Как только тебе становится тяжело, и ты хочешь попросить помощи, иди попроси. Я поняла. Угу. Да. Это будет сильно проще. Тебе настолько жизнь облегчит, дорогая. Да, я поняла. Вам огромное спасибо. Иногда до боли простые вещи кажутся сложными. Только потому, что ты просто живешь какой-то своей старой программой, которая в детстве тебе зародилась, и ну, ты просто даже иногда не отдаешь отчет, почему у тебя так происходит. И знаешь, и каждый раз, когда ты захочешь обвинить папу, остановить, ладно? Или еще кого-то. Вот обвинение убери из головы. Ты можешь обвинять их только в письмах прощения. Да, договорились? Да, спасибо вам огромное, спасибо. Пожалуйста, дорогая. Вы замечательный человек, на самом деле, просто прекрасный. Спасибо. Я всегда смотрю ваши эфиры, и спасибо вам за то, что вы людям помогаете. Это очень ценно и важно. Спасибо большое, дорогая. Спасибо вам огромное. Спасибо. Хорошего вам дня. До свидания. Хорошего дня. Пока-пока. Дорогие мои, наверное, на сегодня хватит. Я еще выйду в эфир. Я сейчас в Алматы, в понедельник буду в Астане. Вот, поэтому всем спокойной ночи, приятных сновидений, эфиры еще будут. Я вас всех прошу, пожалуйста, напишите комментарий под этим видео, для того, чтобы как можно большее количество людей увидели. И сделайте, пожалуйста, репосты, ладно? Я сейчас сохраню, вы, пожалуйста, еще 2-3 минуты не поспите. Напишите свои комментарии, с чем вы оттуда уходите, то есть что вы сегодня взяли, а вот что поняли, чего не поняли, что вас триггернуло. И напишите небольшой отзыв. Хорошо? Мне приятно очень будет, и вам будет тоже очень полезно. Пока-пока.